И сейчас возвращаемся к одной из главных тем Олимпиады в Рио-де-Жанейро. За несколько часов до открытия спортивный арбитраж подтвердил право на участие в играх еще нескольких наших атлетов, которых раньше отстранил МОК. И вот комментарий одного из них, двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Виктора Лебедева. Процедура его допуска, сообщили Федерации борьбы, уже запущена. И утренним рейсом он вместе с командой вылетает в Бразилию. Перед отъездом нам удалось взять у него интервью. Конечно, переживал, но были рядом родные, близкие, мой народ и тренера. И все, продолжали тренироваться. Хотел поблагодарить свою команду в главе главного тренера Джабалата Ильича, что всегда меня поддерживали, и мы идем до конца. Наших больших, некоторых спортсменов из России, конечно, огорчило, что некоторые не попали, которые есть достойные. Поэтому хотелось бы, конечно, вдвойне за них побороться и показать хорошую борьбу.